Всем трема доброго времени суток, это канал Лэйзи Дмитрий Ленивый. Ой, ленивый я. Ой, да уж, извиняюсь. Так, ну чё, Darkest Dungeon 2. Напоминаю, что ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки. Извините, подписки без отписок, комментарии. С меня контент, извиняюсь за свое сопение. Продолжаем. Ладно, поехали. Куда-то едем. Идти дорога, конечно. Ай! Ох ты ж, мать твою, за ногу. Кто угодно, только не ты, в смысле. С чего вдруг-то? Тут суров, но пройдем его вместе. Усраться можно. Ну и куда мы? А, барахольщик. Знакомое оружие этого барахольщика, блин. А почему я продавать-то не могу? Я не понимаю, вот, хоть убей. В чем проблема-то? Да, мне на что денег не хватает. Средний предмет был. Плюс 15 очков пламени. Пес узнать, идите нафиг, нахрен. Я не знаю, что тут покупал. Что такое? Цель героя. Посетить барахольщика. Ага. Какой-то проблеск надежды еще есть. Ну, поехали еще. Периодически буду, конечно, стараться. Ох, ядреть твою в корень. Уворачиваться, но... Не так легко. Да ты чё, блин, хватит накидывать-то? Как крыса в ловушке. Десять урон. Так, стоп, я с кого-то что-то хотел... Вот да, с этого вот бахвальства, да. Ай, да ладно, серьезно, не хватает. А я, да ладно, да ты чё? Да я хотя бы жесткий калий. Да чтоб тебя жесток. И тут не, да, у нас вообще ничего, на что не хватает. Да, ну тебя нахрен. А они подлечились что ли все? А тут что? Аптека. Ой, ладно, поехали. An elementary problem. Так. Is it not? Амерз, так стоп. Тайник. А и тут омерзение, и тут омерзение, да? Минус очко. Ну, давайте налево тогда. Сейчас его знает. Что так плохо, что так нехорошо. Все собрал. Опять барахольщик? Нахер он мне сдался? Так. Так, я где? Ага. Так, оазис, место для успокоения ума. Ой, слушайте-ка. Это мое мерзение. Минус очко брони, блин. Да куда ты, подожди ты? Место схватки. Блин. Ладно, поехали на тайник. Brace up. There is danger on this path. Блин, ну вот это бултыхай... Ай, нет, не туда. В смысле? Откуда здесь это... Coach Limping. Be prudent. Ну охренеть вообще. Emptied of mind and spirit by some existential shock, the poor devils roam aimlessly amidst the trees. Давай, чё там? Ого. Your coach is laden. You can carry no more.
Так, а есть что-нибудь у нас на... Поехали, чё? 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 Я не хочу ничего выбрасывать, чё ты пристал? В смысле? Зачем? Чё тебе надо, не понимаю? Все понятно. Я и не за. Так, еще раз. И поехали налево. Знаете, какие-то непонятные предметы скверны. Я не знаю, что с ними делать. The worst kind of parasite. Opportunists. Худший из паразитов приспособленцы. Че? Здрасте. Приплыли. Ну что ж, мы тоже так умеем. Как тебе? О, как! For who knows what lurks in the beyond. Опа! Вот так давно бы. Так, защита. А то как-то не прикольно. Плюс 7. Давай-ка мы тебя подхилим слегка, приятель. О, ничего себе. Вот так. Ах ты гнида. Лови. Да ладно, чуть-чуть не хватило. Опа! Есть, красавчик. A lesson taught is a lesson learned. Лови. Отлично. Вообще замечательно. Хорошо, пробабахали. Находятся какие-то вещи. А это что за хрень? А, стиль еще раз думай. Что, давайте дальше? Что-то оно у нас прям самое... Самое это... Неправильная она у нас, девочка. Глава 4, разбой на большой дороге. Что-то я говорю, могильная воровка получилась прям самый такой... Плохой. Со всеми она ссорится. О как. The stagecoach arrived, and he set himself to the business of bloodshed and robbery. Э, а чё? Какое подкрепление? Почему не отвечает? Почему мне это? Странно как-то.
Интересно у них работа. Коллективная, блин. Молодец. Уклонился. Уходим. Ну а что делать? Очень интересно, что он может пробить вот этой штукой, да? Хотя вроде как мы в инвизе в каком-то. Сучка. Чуть-чуть эти осталось, а. Вот такая, в общем-то, тактика. Несложно. Так, вот это сходил, да? Тоже сразу исчезли. Ха. Интересно. Он выполнил свои обязательства с исключительной точностью. А, выстрел Робби. Но мрачное удовлетворение оказалось недолгим. Подвоим. Подвоим, народ. Не по троим, как раньше, а подвоим. Подвоим, да? Давайте вот это оставим, пожалуй. И вот это, пожалуй, тоже. Периодически можно использовать. Что такое? А, вскрытие вены. Ну, поехали, чё. А, так у нас тут мадам скоро сдохнет уже. У нее максимальное количество этих. Так. Да подожди ты, блин. Тут тайник, припасы. Неизвестно, тут лаборатория. Награды. Ну, поехали налево, чё. Тут такая стресс максимальный. У меня скоро дуба... Как это? Здрасте. Только вас, блин, и ждали. Empty of hope and humanity. И факела что-то совсем нет. Ох, молодца! Ничего себе. Неожиданно. Всего, ребят, шарахаете, блин. Чуть с вами не, ну то, что она решимость прошла, это, конечно, вообще великолепно. Победа, и это хорошо. Поехали дальше. Победа. Ага. Теплота. Теплота, надежда, холодность. Давайте этого добьем. Чуть-чуть осталось. Последний мне, по-моему, стоит. Или предпоследний. А, последний. Глава пятая. Вакуум отчаяния. Ну.
Безжизненные тела женщины и ребенка, ужасно изувеченные беспорядочной стрельбой. Казалось, смотрели сквозь обломки двери дилижанса. Ага. При виде этой страшной картины он почувствовал, как холодные оковы совести сжали его сердце. Вина, преследователь, от которого ему не сбежать, и тюрьма, из которой не выбраться. Ну да. Крест грешника, ближний бой. Двойной выстрел. Наносит 30 урон, когда у зацели меньше 30-ник. Или больше 30-ник. Черт его знает. Что-то тут очень много способностей, но как бы... Блин, ну просто вот... Ну я не знаю, о чем мне вот этот... Че там такое? Опять спамит. Ой, надоели. Не знаю, не вижу особого смысла. Ладно, пофигу, то, что у меня есть, оставлю. Остальное что-то не знаю вообще. Think carefully. Today's oversight is tomorrow's regret. Так, мы сейчас тут, да? Тут тайник, припасы. А, еще сюда можно поехать. Награда неизвестна. А что за бесформенная скульптура? А, поехали. Посмотрим, что это за хрень. Драка. О. Молодца. А вот это обидно. О, как. А, ну понятно, у меня факела, считай, нет ни хера, блин. Я ничего не могу сделать, да? Ну, прекрасно. Так. Ты смотри, мрази. Вцепились в нее. Надо срочно защиту ставить. Да на, мать. Да что ж ты, блин, а? Ай-яй. Давай. Да блин, ну серьезно, а? Швайку, швалин, а? Да блин, нас наложила, тварь. Да ладно, серьезно! Куда? Стоп, я же не сюда хотел! Да, лучше этого добить. А то этот яд еще хрен знает. Убьет его, не убьет, неизвестно. Что ж ты, тварь, так тикает, а? Промахивайся. Уф. Abandoned or forgotten. It is ours now. Так, а я не могу, что ли, никак факел поднять? Че, лишнего? А, выкинь.
дальняя вещица. Получает, когда промахитесь, сам герой первой в очереди. Не знаю, что это такое. Так. Я никак... Продать я ничего не могу. Короче, хер знает, поехали. Факел, похоже, никак не зажечь. Не это. Как-то он все тухнет и тухнет. О, куда-то приперлись. Лаборатория академика. И чё? Моя кирка. Плюс один. Своя воля. Что бы это ни было. А чё такое лаборатория? Заброшенные места изыскания. Там может увидеть странное зрелище, найти ценные сокровища. Ха! Окей, ладно. Отношения. Теплота, надежда. Безразличие, безразличие, теплота. Вот что-то у них с этими тут немножко так это тяжеловато все, да? Не хотят они. Кажется, говорит, будто мы на месте станем. Да идите вы в жопу, а! Ну что, опять кинь быстро? О, охренеть. И просто первым делом, блин. Ну ты смотри, сейчас прибью, бля. Еще и крит до кучи. Надо убивать. Конечно, молодец, но защита. Вот и смотри, трень какая. О, вот сейчас нормально будет. Так, давай. Ну чё ж ты крит-то не дал? Ну, по крайней мере, слабая надежда, что вот так будет происходить теперь наше общение. Спокойно. Здесь что зато эффективно. Так ты бахнешь немножко. А, подожди-ка, твой... А, это и не лечит. Защита еще стоит. На, в ответку, дрянь. Тогда выстрел. Так, щит пока тут, да? Смена. Да ладно. Так, держите. Есть, аллилуйя. Another impediment cleared with impunity. Передвинулись как надо. Опа, надежда. Взаимопомощь, ключ. И чё это? Что он сделал? Что-то он сделал. Жесть. Есть, красотка.
petty hindrance. We are the flame, burning brightly for all the world to see. Поехали дальше, чушь. Чего ж тут еще выдумывать-то? Надежды тебе не занимать. О, да ладно, серьезно, да идите вы в жопу. Опять эта четверка, что ли, уродов. Ох, ёпта, ты че за художника нарисовал? Это что за художник нарисовал такое чудо? Можно на нее глянуть? Ты ж хорош баф, тебя. Ну его, кстати, можно травить. Есть, и он травится. Ах ты ж, не отравился. Больно. Но половину мы ему уже сдули, кстати говоря. Так. Главное, чтобы не выхилили сейчас. Он выхилил. Нет, он защиту поставил. А ты? Нет, ну вот так пошел. Ладно, молодец, про. Ну, чтоб хил не ставил, остальное переживем. Мало. Опа, а почему сейчас? Ах ты ж, сука. Ладно. Порог смерти. Нет, приятель. Пока. Серьезно? Он еще живой? Вот теперь тебе хана, ублюдок. Печально. Так, надо защиту ставить. На кого? Никого. Наверное, на нее. Так, давайте-ка вот так вот. Опа! Ах ты ж, срыв. Ой, как нехорошо. Ой, как нехорошо. Так, а это ж не хил, да? А, нет. Если его за... А, да, вот тебе хил. Защита. О, еще немного. Вот это я. А, нет. Может, пробьешь? Есть, траванул, хорошо. Говно бы убрать с дороги, блин. А, ну или так. Лови. Держи, приятель. Ай, молодец. The work continues. Ох ты. О, как, нифига себе. Хе, не знал, что он так умеет. Если вот тоже чё за скверно, черт его знает, непереходящая вершица. Нрав хищника большой. А, это скорость добавляет, видимо. Нрав хищника, говоришь, плюс 6 к скорости. А это тема, между прочим. Ну-ка, Дисмос, у тебя чё здесь? Я вот так и не понял, как эта херня работает, так что дайте-ка мы лучше эту штуку отдадим. А это сюда повесим. Я не знаю, как это работает, поэтому в топку. Минус 3 крит, плюс 10 максимального здоровья. Ну, крит он все равно не наносит. Дальняя вещит. Не понимаю. Если сам получает, когда промахивается, сам говорю в первую очередь.
Дайте мне вот это вот. В остальном вроде. Что-то вообще. У нее, кстати, вообще вещиц нету. Это неправильно. Пусть у нее будут вещицы. Ну поехали. Куда мы едем, едем? Держу пари, говорит, затише берегули. Не, мы доехали. Прикинь. Охренетительно, да? Гора все ближе. The familiar hearth crackles invitingly once again. Чисто откуда манящий кубок? Аскетизм. Ма. Гроза кадавров. Окей. Своя воля. О, восполняет 5%. Хорошо. До нового трактира. Пока не надо, так. Нам бы вас как-то подхилить. Как бы нам так. Your coach must be maintained if it is to carry you where you must go. Не продать ничего не могу, да? Какая последняя надежда. Как же тебя назвать-то? Пум-пум-пум-пум-пум. Точно. Пампушка. Да вы думали? Эй. Пампушка. The inevitable end of your journey awaits you once again. Так, цель 3. Хорошая идея. Так. Здесь вообще ничего не надо, да? Да, по логике вот это, наверное. Снятие стресса, в общем-то, штука полезная. Так, черная лавка. Spend what you can, for wealth no longer has meaning. If indeed it ever did. Сопротивляемость. Цели 2. Две так две. Цели 1. Не надо. Спиртное. Так. Так, говоришь, цели 2, да? Цели 2, в смысле... Тьфу ты! Вот я дебил.
Угу. Так, с кем у него? Вот с этой мадамой у него холодность, да? Можно нам еще пару бутылочек? Ну, надо налаживать чушь. О, до десятки поднял. Дружелюбие только с Дисмосом. Это со всеми безразлично. Угу. Так, по факту у них, конечно, все очень печально, да? Так, если подумать. Ну да. А надо ли нам это? Я предлагаю конец похода. Да, надо тормозиться. Ну, потому что меня дальше сольют, скорее всего. Do not despair. There is nobility in the attempt. Вот так. Ничего не попишешь, соляви. Push ahead. Beyond the reach of this tenebrous malignity. Так, алтарь одежды. А что за восстановление? Не очень понял. Wisdom will help you choose a path. Resourcefulness will ensure you survive it. Вон он что. Spare a thought for tools of iron. Such implements will serve as well. Компаньонство. Для комфорта. Комментарий опуздаю. Вон оно чё, я сюда поля трудов. А тут чё? Да, а кто тут, кстати? Да подожди-ка. Дикарка. Чё за беглянка, кто это? Хз. А, так вот где они открываются. Блин. Шут прокаженный. Оккультист. О, висталка. Флагелянт. Эй, а где? Да вы чё, и всё? А где щитоломка? А кто там ещё был-то? Да до хрена народу. Вы чё, обалдели, что ли? Так, а давайте-ка мы висталку возьмём вместо кабо. Чёрт, хрен его знает. Но висталка, по-моему, всё-таки нужна. Уж больно я... Хотя, в принципе, пока что нет. Memory is the heart that warms the mind. Больше воспоминаний на выбор. Так, лист вечности. Здесь можно взять героев воспоминаниями. Каждое воспоминание остается с героем, пока ему сопутствует успех в походе. В следующем походе этого героя можно взять повторно, при этом черты сохранятся. Город жизни. Здесь можно открыть новых героев для будущих походов. Также можете улучшить способность уже открытых героев. Берег отваги. Здесь можно приобрести блага, которые помогут наш... Уф, так, слушайте-ка, давайте-ка мы им... Нужно найти щиту карликовый Плискин. Карликовый Плискин, что? Странный совенок, оживший кролик. Цыпленок вопилы. Дитя крокодилоида. Так. A little company for the long ride ahead. А здесь что?
Окраску. Чё? Окраску. Адское пламя. А зачем это? Теперь сосредоточение можно найти в трактире. Дальнюю стоять на дилижанс. Адское пламя. Надежды, иллюзии. Ухудшить, улучшить. А зачем? Не понял. А нахера, пардон, это надо? А. Так. По прибытии в трактир Долин. Так, давайте-ка мы лучше вот по этому пойдем. Hail the vessel of your deliverance. Больше шансов встречи появится на остановках карты. These wheels are invested with noble purpose. Every rotation, blessed rest for the warriors of our cause. Ячейка инвентаря. Больше добычи в мусоре на дороге. Одна ячейка для аксессуаров дилижанс. Ну, блин, тоже. А, одна ячейка для аксессуаров дилижанс. Это, видимо, на самом дилижансе там внизу, да? Тогда надо. Больше шансов появится на остановках карты. Тут же под... А, тут 10, да? Так. To recall a thing is to make it real once more. Mm-hmm. Look to those who have known fear and failure in ample portion. Сопротивляемость, разбойник. Если сам герой первый в очереди. Навык дуэльный выпад. Не очень понятно. Ну, пожалуй, да, по одному уровню. И надо будет потом... Пока что вроде без висталки обходимся. Вроде бы. Волчонок-сирота. Не очень понятно, что это дает. Ну ладно, разберемся. Так. Wisdom will help you choose a path. Resourcefulness will ensure you survive. Ну поехали, чё? Ты не поехали, сейчас стопоримся. Все, дальше уже мы не едем. Понятно, в общем, тут фарм, 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 фарм этих свечек. Пока, как, пока ты их нафармишь, пока по сути сделаешь, прокачаешь дилижанс. Это самое первое. Насчет алтаря тьмы, я чудо, или как он там называется, отчаяние, я что-то так и не понял, нафига менять этот факел. Ну да хрен с ним. Так. Ладно тогда. В принципе, немножко с прокачкой что-то начал понимать. Что-то начал понимать очень условно. Ну, в общем, на этой что-то начинающей понимать ноте. Всем огромное спасибо за просмотр. Ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. Со лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда смотрел, обнимаю. Парни хлопок, причем девушек щемок и щечку. Увидимся в следующей серии Darkest Dungeon 2. Но это не Darkest Dungeon 2. Это какое-то DLC, я не знаю, или дополнение, все что угодно. Но это не продолжение первой части. И вы знаете, если бы я не играл в первую часть, мне бы, наверное, даже приглянулось. Но так, что-то как-то... Отношение такое, знаете, мэ. Ну, то есть, как бы, неплохо, нехорошо. Я бы все-таки предпочел такое стабильное развитие идеи первой части, чем вот то, что я сейчас вижу. Хотя, возможно, со временем сейчас прокачаюсь, станет повеселее, пес его знает. Может, станет действительно веселее. В конце концов, это же самое начало. Может быть, это как Remnant, первая часть. Тоже в самом начале казалось, а, что за фигня? Это потом. Ладно. Ну, в общем-то, как-то так.